Для тех, кто знает больше школьной программы, в Чебоксарах проходит второй финальный этап межрегиональной олимпиады «Высшая проба», которую курирует Высшая школа экономики. Помимо привычных предметов и дисциплин, основы бизнеса, востоковедение, финансовая грамотность. Ну а сегодня участники отвечали на вопросы по журналистике. В задание заглянула и Ольга Пырочкина. 6, возможно, наших будущих коллег. Столько человек прошли отбор в первом заочном туре и участвуют во втором этапе олимпиады «Высшая проба» по направлению журналистика. Я выбрал предмет журналистика, потому что мне с детства еще нравилось рассказывать знакомым, друзьям и родителям разные истории. Потом это переросло в постоянные просмотры новостей. Ну, журналист, прежде всего, это человек, подкованный в общении с людьми, то есть у которого должен быть подвешен язык, который всегда найдет тему для разговора и который выкрутится из самой сложной ситуации. Умение находить выход из непростых ситуаций участникам пришлось продемонстрировать сразу же. Мы заглянули в темы для эссе, которые предлагались на Олимпиаде в прошлые годы. Так молодым людям нужно было пофантазировать о том, каким станет радио через 20 лет или как спасти бумажные газеты. Впрочем, сложность задания оправдана ценностью приза. Олимпиада, которая называется «Высшая проба» и которую курирует Высшая школа экономики, это одна из олимпиад высшего уровня, которые дают возможность победителям получить льготы при поступлении. В общей сложности чебоксарские школьники могут участвовать в 97 различных олимпиадах. Ежегодно у нас есть победители Всероссийской олимпиады школьников, которая проводится для всех регионов. Здесь есть определенные результаты, в том числе и по предметам, которые, скажем так, не входят в учебную программу. Это и астрономия, а ряд других предметов. Здесь динамика у нас положительна. Завершатся испытания по всем направлениям 8 февраля. Ольга Пырочкина, Сергей Адушкин, Республика.